Снеговичок – так называется уже третий по счету турнир среди самых маленьких футболистов, который стартовал сегодня в зале спортшколы «Сибиряк», чтобы посостязаться за лучший гол, а также поздравить друг друга с наступающим праздником. В Ангарск приехали команды из Братска, Иркутска и Вихоревки. В футбольных баталиях встретятся около 120 юных спортсменов. Сейчас предварительный этап, они разделены на две подгруппы, по четыре команды в каждой подгруппе. А потом уже, начиная с субботнего дня, со второй половины, начнутся уже четвертьфинальные игры. Четвертьфинальные игры и, так сказать, уже полуфиналы, а в воскресенье уже, как говорится, матчи за места. За первое место, за третье, за пятое и так далее. А в субботу «Сибиряк» встретит сильнейших спортсменок региона. Торжественное открытие чемпионата и первенство Иркутской области по боксу среди дам состоится в 2 часа дня.